Парень, ты прикалываешься? Привет, бойцы, Марти на связи, и сегодня у нас наконец-то первый настоящий осенний геймплей. Хотя уверен, что у многих из вас сугробы уже по колено. Но у нас в Краснодаре, как говорится, климат иной, тем более, что видео я часто выкладываю с большой задержкой. Эта осенняя игра также стала возможностью для меня обкатать мой новый олдскульный комплект экипировки на VSRF середины 90-х годов, которую я как раз заканчиваю собирать. Как закончу, обязательно сниму полный обзор, где расскажу обо всей одежде и снаряжении и немного про мой коллаж. И сразу небольшая ремарка, под стволом у меня не фонарик и не мини-подствольник, а скоуп-камера, больше на моем АКМе крепить ее было некуда. И поскольку подствольника у меня нет, в поясную бандольеру под гранатометные выстрелы я напихал мини-гранатки хаттапки, которые скоро должны поступить в свободную продажу. Людей сегодня собралось непривычно много, человек 100 примерно, поэтому играем самый простой сценарий — атака и оборона. Я, конечно же, в обороне. Время ограничено. За это время вы должны заложить вот эту бомбу, удержать здание 10 минут. Наша сторона изначально контролирует северную половину полигона. Противник стартует в поле на юге. Их задача — захватить наш штаб, установить в нем бомбу с часовым механизмом и подорвать ее. На все про все у них есть час 20 минут. Стянитесь за укрытиями, прям заныкайте, чтобы вас не было видно. Они пойдут через вас. Наши бойцы растягиваются вдоль всего фронта. Я занимаю позицию в центре на самом сложном участке. Непременное качество, крутые персонажи, футболки Max Extreme на wildberries.ru. Так, в обход дома Павлова пошли, в обход пошли! Все, минус. Слева! А вот и гранатка пригодится. Есть, снял. Слева группа. Дело дрянь, последнего союзника сняли, а на этой позиции я остался совсем один, а противник тем временем прет волнами со всех сторон. За стену, за стену! А, минус, минус. Левый фланг держите.
Убит! Все, наконец-то меня выбили. Ну что могу сказать, начало очень даже бодренькое, даже несмотря на потерю этого здания. Пока я сидел в мертвяке, мы потеряли еще несколько важных передовых позиций, но это не повод отходить на вторую линию обороны. Я решил как можно скорее контратаковать, пока противник не укрепился на ранее занятых участках. Так, слева наши? Слева. Все, я держу здесь их. Минус снял. Минус, минус. На этом участке нас всего двое. Стараемся прикрывать друг друга с фланга. Слева, 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 смотри. Так, по мне работает. За кустом, по мне работает. Слева от тебя за кустом. На кинотеатре противник! Снял! Минус! Союзника сняли, и я вновь остался один, а противник подползает все ближе. Парни, слева меня прикройте кто-нибудь, меня зажимают. Непременное качество, крутые персонажи, футболки Max Extreme на wildberries.ru. Ну вот, наконец, долгожданное подкрепление подошло. Давай до укрытия кто-нибудь, до укрытия! Там чисто, слева чисто! Еще один туда же, давайте, слева-справа займите. Слева, парни, слева от вас, слева! Минус. Так, у меня последний магазин, и ухожу на перезарядку. Слева, слева, слева! Парень, слева лупят, его сняли слева. И тут я увидел, как наши внезапно начали штурм здания, которое мы недавно потеряли, и решил их поддержать. Ой. Здесь тот фланг держи. Тот фланг, все.
Мы быстро укрепились на этой позиции и принялись эффективно выкашивать противника, который не сразу понял, что это здание вновь наше. Жаль только, у меня остался всего один заряженный магазин, так что шары пришлось беречь, а забивать магазины посреди боя не очень безопасно. Я сейчас высаживаю магазин последний и ухожу на перезарядку. Так, ребят, я пустой, мне перезарядиться надо. Свой! Да, когда отступаешь в тыл, кричать, что свой, лучше погромче, да и руками при этом махать лучше посильнее, а то наши стреляют во все подряд. Последнего нашего вновь выбили из кинотеатра, и, возможно, он уже занят противником, но я как раз успел дозарядиться и возвращаюсь в бой. Чисто! Внутри чисто! Минус! Снял! Парень, ты прикалываешься? О! Надо же, помогло, стоило только крикнуть. Да, порой некоторые игроки сознаются только после попадания четко в лицо. Ну ладно, спешу это на толстую осеннюю одежду и малый игровой опыт. Нет! Сзади! Я тебя снял, парень! Обоюдка! Я тебя снял! Тут без претензий, все по-честному. Мертвый! Несмотря на все наши усилия, противник окончательно выбил нас с этой точки, и нам все же пришлось отступать на следующую линию обороны и закрепляться в зданиях, куда враг начал серьезно прорываться. Прикрывай! Че в соседнем? Там что? Минус, есть. Снял. Сидеть в здании мне слишком скучно, да и атаку мы уже отбили. Пойду по партизаню. Свой! На кинотеатр идут! Минус! Снял! Налево проходят! Последние 15 минут игры мы держали оборону в этом здании, и хоть противнику удалось прорваться на левом фланге и частично нас окружить, выполнить основную задачу он не успел за отведенное время, так что победа осталась за нами.
На этом все, с вас лайк, подписка, также подписывайтесь на мой телеграм-канал и группу ВК, все ссылки в описании к видео. И как всегда, помните о безопасности и бейте в цель.